Приветствую вас, друзья! С вами Илья, студио Рисунок Арт Channel. Сегодня в аквариумном эксперименте грот из песка. Работенка для тех, кто не боится испачкать ручки и не боится резких запахов. Сразу хочу предупредить, что работу с этими материалами нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. В этом выпуске сделаю дерево типа бонсай для аквариума. Для этого я использую мелкозернистый декупажный песок и еще один ингредиент, о котором скажу позже. Хотя вы, может, и сами догадаетесь, что будет служить в качестве клеевой основы. В основу грота будут заложены в качестве утяжелителя, а также для уменьшения затраты материала парочка мебельных болтов, которые нашел в коробке со всякими шалобушками. Так-то все что угодно можно вовнутрь запихать, главное, чтобы тяжелое, и сделать так, чтобы все это не контактировало с аквариумной водой, поэтому хорошенько все облепляем и заделываем стыки материала и трещинки. Когда основание готово, время заложить основу под макушку и ветки. Основой будет вязальная проволока, и снова я не делаю цельный каркас. Он тут особо-то и не нужен, далее по ходу дела также заармирую некоторые веточки. We'll be right back.
Теперь, когда основа готова, я постараюсь вылепить поверх нее кору. И еще сделаю так, как будто она местами отлетела, как это бывает на старых деревьях. Материал для коры мешаю так же, как и для лепки ствола дерева. Смешиваю черный декупажный песок с силиконовым герметиком для аквариума. Вот, собственно, я и назвал вам второй ингредиент моей скульптурной смеси. Вредна ли она для рыб? Я думаю, что при полном высыхании этот грот совершенно безвреден. Кварцевый песок безопасен для аквариума. Слова «герметик» для аквариума тоже говорят сами за себя. И, конечно же, я все это дело испытал на своем аквариуме, и поэтому смело могу продемонстрировать этот грот вам. Если подробнее об этом материале, то, честно говоря, лепить из него дерево было не очень хорошей идеей, потому что очень трудно работать с мелкими деталями. Но вот для изготовления искусственных камней, укрытий простой формы это очень даже хороший вариант, и к тому же дешевый, плюс большое разнообразие цветов кварцевого песка. Ну а теперь будем имитировать крону дерева. Долго думал, с чего сделать имитацию листвы. В итоге остановился на губке для аквариумных фильтров. Губку размахориваем на клочки и приклеиваем к веткам на тот же герметик для аквариумов. Вот, собственно, и все. Если было интересно, поддержите канал лайками и подпиской. Если я увижу вашу заинтересованность, я быстрее приступлю к новым проектам по декору аквариума. Спасибо за просмотр. Пока!